Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Барыш Ардуч и Эльчин Сангу очень близкие друзья и доверяют выбору друг друга. Что касается нового любовника Эльчина Юнуса Аздикена, Барыш сказал, что его друг не любит его. Барыш не говорит открыто о девушке Эльчина, но говорит, что она ему не нравится. Не следует забывать, что дружба Эльчина и Барыша восходит к древним временам. Поскольку Эльчин очень близкая подруга Барыша, она знает, что в большинстве случаев поймет, о чем хочет поговорить. Барыш хочет своими глазами увидеть мысли Эльчин о своем возлюбленном, и Эльчин понимает его. Барыш хотел сказать Эльчину, кто та любовница, которую он хотел увидеть своими глазами. Эльчин ставит под сомнение просьбу своей подруги и идет к Барышу и Юнусу. Барыш пытается быть открытым и честным в отношении любовника Эльчина. Он уверяет Эльчина, что он искренен и что решение его друга принадлежит ему. Барыш считает, что свобода Эльчин важна и поддерживает ее в принятии собственных решений. Важно понимать важность дружбы между Барышем и Эльчином. Барыш пытается сделать все, чтобы понять и поддержать решение своего друга. Эльчин также принимает ее мысли о своем парне, который, по ее словам, не подходит ее подруге. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Барыш Ардуч и Эльчин Сангу очень близкие друзья и доверяют выбору друг друга. Что касается нового любовника Эльчина Юнуса Аздикена, Барыш сказал, что его друг не любит его. Барыш не говорит открыто о девушке Эльчина, но говорит, что она ему не нравится. Не следует забывать, что дружба Эльчина и Барыша восходит к древним временам. Поскольку Эльчин очень близкая подруга Барыша, она знает, что в большинстве случаев поймет, о чем хочет поговорить. Барыш хочет своими глазами увидеть мысли Эльчин о своем возлюбленном, и Эльчин понимает его. Барыш хотел сказать Эльчину, кто та любовница, которую он хотел увидеть своими глазами. Эльчин ставит под сомнение просьбу своей подруги и идет к Барышу и Юнусу. Барыш пытается быть открытым и честным в отношении любовника Эльчина. Он уверяет Эльчина, что он искренен и что решение его друга принадлежит ему. Барыш считает, что свобода Эльчин важна и поддерживает ее в принятии собственных решений. Важно понимать важность дружбы между Барышем и Эльчином. Барыш пытается сделать все, чтобы понять и поддержать решение своего друга. Эльчин также принимает ее мысли о своем парне, который, по ее словам, не подходит ее подруге. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.